после нас, хоть потоп, похоже, основной принцип работы множества турбаз на Байкале. На одной из них, по данным следователей, сотрудники год спрессовывали твердые бытовые отходы и закапывали их на территории водоохранной зоны. Плодородный слой почвы был уничтожен, также на землях базы отдыха нашли следы разлива нефтепродуктов. Ущерб около 2 миллионов рублей стал поводом для возбуждения уголовного дела.